Сюда подошел красненький. Вождь краснокожих, давай сюда. Да стой ты. А вы быстрее бегайте, что ли? Не знаю. Что ты еще скажешь? Не могут пешего чувака догнать. Увольняю всех нахрен. Кто там? Меня это не радует. Офигеть. Напали на меня. И мне как-то не весело. Вот напали на меня, и мне не весело. Да блин, офигеть. Сейчас еще Жанну Дарк подрежут, и все. Буду я здесь захлебываться в соплях и плакать. Да, вот камни здесь вообще не купишь. Только хотел построить какое-нибудь оборонительное сооружение, и нормально было бы все. Здесь даже камни не построишь. Если не купишь. Так, вот она, Жанна Дарк сама. Да уберите уже отсюда. Сколько вам повторять-то? Да какого, ну, мать его... Кто их убил? Ой-ё. Они даже не доехали вообще. Вообще не доехали. Не знаю, рыцарем прибивать что ли это все. Байду. Открыто, слушайте. Вообще не напрягает. Здесь просто открыто. Просто там открыто. Вот и все. А теперь закрыто. Ладно, вроде нормальный месяц. Должен, по идее, успеть. Вот барак вам здесь ни к чему, ребят. Вообще ни к чему. Не в тему, я бы сказал даже. Так, на золото, наверное, надо побольше людей поставить. Хватит этого дерева уже добывать. Сначала выкачаем все золото, а потом на дерево перенесемся все вместе. Ну, замок-то что-то меня не атакует. Не знаю почему. Да, эти бритосы, они, конечно, противные, просто жесть. Надо подойти, отличиться. Хорош! Уйди отсюда нафиг! Уйди и ты. Так, половину здоровья мы уже снесли. В принципе, нормально. Но он иногда что-то плюется. Не знаю, как он там размышляет. Плюнуть, не плюнуть. Надо, конечно, что-то он хочет мне втереть.
Ауч, все-таки убили. Ладно, не страшно, у меня еще до кучи этих рыцарей. Я думаю, они с задачей справятся. Монахи еще есть, они все живы, поэтому страшного ничего в этом нет. Ну, повезло, что ворота были открыты. Не знаю, по какой причине. Рядом с ними просто стояли солдаты. И мне повезло туда попасть. Иначе бы я с этой воротней бы полгода бы парился. Так, этого товарища обратно отправляем. Что за плевки начались от этого, от замка? Любитель поплевать иногда. Ну все, началось. Минус бак называется. Сейчас мы его уже добьем, так что это не страшно. У него осталось 300 здоровья. И усе. И больше не будет этого дурацкого замка. Один из трех будет, короче, на моем счету. И еще два останется для того, чтобы выполнить задание. Но бьет он, конечно, нехило. Ничего не скажешь. Достается по полной. Чего? Где, кто, какой атакует? Не надо атаковать. Никто никого не атакует. Спокойно, ребят. Не надо ничего атаковать. У меня главное рыцари все эти в ловушке, я даже не смогу вернуться, если что. Обратно. Скоты! Вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Отлично! Давай, уводи, уводи. Микри, микри. Нормально. Надо поставить поближе к баракам. Да вы заколебали, ну отстаньте от моих монахов. Ну честное слово, я вас расчленю нафиг. Рано или поздно. Не, все мои рыцари нафиг на тот свет отправляются. Так. Ну, у меня еще до кучи золота, поэтому я могу себе позволить заказать все заново. Причем абсолютно все вместе с монахами. Ну, с такими темпами буду терять, конечно, войска, то никакой заказ не поможет, ресурсы просто кончатся рано или поздно и все. Так, уже одна нычка кончилась. А там осталось где-то 500 максимум, наверное, золота. Не, ну нормально, в принципе, еще больше 1000. Не дай бог, где-нибудь там Жанна Дарк застрянет. Какой-нибудь клаке. Вот это будет прикольно. Так, ну, появились эти тяжелые конники. Но если таким количеством, то я их, конечно, расквашу, от них мокрого места не останется. Вот, в принципе, и все, что от них осталось. Надо добивать этих народных умельцев. Базу их все отправить к чертям. Будет все хорошо. О, вот этот спасся, вот этот везунчик, понимаете ли. Стоял в сторонке, как будто знал, что все этим закончится. Ну, этим и действительно знал, как еще могло закончиться.
Кто он орёт? Дьявол? Так, парень, ты все-таки пойдешь на смерть. Может, не на смерть, но на что-то ты пойдешь. Посмотрим, чем это будет. Победа или смерть. Кто там? Да вы офигели. Взяли, просто нафиг снесли. На пофиг. Одним залпом. Куда вам столько, ну, ребят? Нафига? Жуть. Харе трогать здание, ну не надо. Это осадная мастерская. Собратья по интересам. Там такие же люди трудятся, хобби собирают, разрушительные аппараты всякие. Нафиг вы это трогаете вообще? По-любому ничего не понимаете в этом строении механизма. Где была эта дурацкая башня, которая меня пыталась атаковать? Я ее снес, что ли? Видимо, снес. Каким раком я ее снес? Неважно, если здесь стоят лучники, то значит каким-то раком все-таки снес. Так, господа монахи, вы готовы пойти на линию фронта вместе с рыцарями круглого стола? Вы как-то заколебали нападать, честное слово. Где у них тут эта деревня дурацкая? По-любому где-нибудь есть. Камень. Много камня. Много камня. Да подави... Нифига себе. А лимита нет. Так, ну зато есть монах. Один монах должен излечить всю армию. Точнее, двух конников, которые должны при этом уничтожить всю армию противника. Я думаю, все понятно. Это максимально простая задача, с которой справится каждый. Кто тяжело ранен? Эй, кто тяжело ранен? Где тяжело ранен? Эй, алло. Да не трогай ты вообще ничего там. Ладно, у них самих забит сейчас лимит, поэтому... Пойдем-ка убьем его нафиг, заколебал. Да отвалите вы от моих конников. Вон, Жанны Дарк, сражайтесь. Она ничего не умеет, как говорилось в мувике. Сражайтесь с ней. Так, здесь еще один замок. О, рабочие ребята. Ну-ка, снесем-ка вышку, чтобы не мешалось. А этими товарищами снесем все самое дорогое. То бишь... Конюшням надо снести нафиг все. Не париться. Они уж потом не установятся. И не смогут ничего заказывать. Им слабо будет. Подходим сюда ближе монахами. Помогали в сражении. Таранов-то сколько у них готовится, это жесть. Это жесть.
Фигли-мигли. Надо крестьян всех снести и все. Мастерская, университет. Вот еще одна конюшня, которую необходимо снести прямо сейчас. Тогда не будет ничего производить вообще. Так, кузница.